Приветствую вас. Вы знаете, начать свой ответ я бы хотел с вопроса вам. Помните ли вы себя 16 лет? А если помните, то как вы считаете, должны другие люди вести себя в этом возрасте? Помните ли вы, что вашей девушке 16 лет? Вы говорите, она молодая, она не молодая, она маленькая, она еще ребенок. Вы тянете ее во взрослую жизнь против ее воли. Вы просите от нее серьезного отношения к вам. Вы прямо ждете от нее какой-то определенности, стабильности, гарантии. И почему она вдруг внезапно стало к вам холодно? Да потому что вы давите на нее, потому что вы не даете ей свободу. Она стала к вам холодна, потому что видит в вас еще одну вариацию родителя, который не принимает ее такой, какая она есть, какой бы она ни была. Вы говорите, встречаюсь с девочкой почти год, 3 недели до годовщины. Очевидно, что это для вас важно. То есть, что годовщина, то есть определенная дата, срок, который вы вместе. В последнее время она стала очень холодной. Перестала часто звонить и писать. Не хочет приезжать. Очень резко и агрессивно реагирует на простые вопросы. В последнее время. Это когда? В последнее время это после чего? Вот не просто же так, внезапно. Она стала очень холодной. Значит, что-то произошло, что-то заставило ее так себя вести. И нужно разобрать, что именно. Вам необходимо проанализировать, что могло заставить ее стать холодной по отношению к вам. Перестала часто звонить, писать. А зачем вам часто звонить и зачем вам часто писать? Обычно люди это делают, когда у них страсть. Но страсть проходит. А не думали ли вы, что у нее просто могла пройти страсть? А любви, например, не осталось. По отношению к вам, любви не осталось. Не думали ли вы о том, что она просто перестала чувствовать к вам, ну, например, ту самую страсть. Вот, на мой взгляд, это, на мой взгляд, очень важный момент. Для чего вам, чтобы она сказала вам часто? Не хочет приезжать. Ну, не хочет приезжать, и пусть не приезжает, пусть остается собой. Пусть побудет без вас, соскучится,
Может быть, ее стало, может быть, вас, простите, стало слишком много в ее жизни. Такое бывает. И такое может быть. И реагировать на это нужно спокойно, адекватно и соблюдать личные границы, что важно, тоже. Далее, очень резко и агрессивно реагировать на простые вопросы. Потому что, я полагаю, эти вопросы заставляют ее чувствовать себя не свободной. Полагаю, что эти вопросы заставляют чувствовать ее обязанной вам. А это ей неприятно. Агрессия здесь — это, по сути, защитная реакция. И нужно понимать, что защитная реакция здесь — это нормально. И понимать, что если она реагирует так, ну, значит, ей действительно что-то не нравится, и нужно притормозить. Нужно отдать ей свободу. Все время спрашиваю у нее, мол, хочет ли она расстаться и в чем дело. Зачем, Георгий? Зачем вы спрашиваете у нее постоянно, чего она хочет? Зачем вы спрашиваете у нее, хочет ли она расстаться? Вот вам лично это зачем? Понимаете ли вы, что тем самым вы давите на нее? Понимаете ли вы, что тем самым вы заставляете ее чувствовать, что отношения — это не то, что приносит какое-то удовольствие, радость, а отношения — это какие-то сплошные обязательства, какие-то сплошные обязанности и так далее. То есть вот если у вас такое вот понимание, на мой взгляд, оно очень важно. Зачем вы спрашиваете у нее, хочет ли она расстаться? Для чего вы это делаете? Для себя или для нее? Если все-таки для себя, то в первую очередь вам нужно понять самому, чего вы хотите. То есть вам нужно понять, чего вы хотите от нее в первую очередь. Не от себя, не от нее, а от себя, что вам нужно. А то получается такая ситуация, что вам от нее что-то нужно, а отдувается за это как бы она. Ну, вот не есть это хорошо и не есть правильно. Далее вы пишете, значит, она отвечает: нет, все в порядке, я люблю тебя. Ну, а что она еще может ответить? Она знает, что вы хотите услышать, и, скорее всего, не думает о том, что вы можете ее понять. Короче, последние 2 дня не было никаких действий, как будто мы не вместе. Нет, Георгий, ну, серьезно, 2 дня от нее ничего не было, и вы уже не вместе? А вам не кажется, что это некоторый перебор? То есть 2 дня это не неделя, это не месяц, и чтобы сразу думать, что вы не вместе.
Откуда такая неуверенность в себе? Почему вы вот не уверены в себе настолько, что боитесь, вот боитесь прямо того, что один день она вам не напишет, и вы уже типа не вместе? Откуда такая неуверенность в себе? Понимаете ли вы, что это в первую очередь ваша проблема, это в первую очередь ваша субъективная оценка того, что происходит, а не ее. Значит, я написал ей, что очень переживаю, мне плохо от ее холода. Почему вам плохо от ее холода, Георгий? Почему вам плохо от ее холода? Человек проявляет такую реакцию, какую может проявлять. Это, может быть, не самое лучшее, но это ее реакция, и если вы ее любите, если она вам нужна, то вы эту реакцию должны принять. Вы должны принимать ее реакцию, если действительно ее любите. Но вот как это видится мне, ваши отношения превратились не то же, чтобы в любовь. А ваши отношения, они скорее какой-то обязанностью стали, как вот это видится мне, опять-таки. Вот. Конечно, надеюсь, что я ошибаюсь. Но пока выглядит это именно так. Далее. Значит, Настя ответила, что вдруг внезапно хочет остаться друзьями. Ну, по сути, ей надоело, что вы все время нарушаете ее личные границы, давите на нее, и она захотела сама установить некую дистанцию между вами, чтобы ей было легче. Вот. Вот, по сути, это ее и реакция, по сути, то, чего она хочет. Сейчас, на данный момент, ей важно, чтобы у нее была свобода. Вы эту свободу практически у нее полностью забрали, по ее мнению. Вот именно то, как она это видит. Вы забрали у нее свободу, и поэтому она пытается эту свободу вновь обрести. Ну, своими способами, такими, какие у нее есть. Просто не расспрашивать. И это ее право, я у нее первый, и что? Она молодая, нет, она маленькая, она глупая, кто вам сказал, делает много ошибок. Это с вашей точки зрения, она делает много ошибок. Как бы для нее это нормальная деятельность, нормальное взросление. Без ошибок вообще невозможно развиваться. Я ее стараюсь воспитывать, но она почти не поддается, и чем дальше, тем хуже. Георгий, а кто вам вообще дал право ее воспитывать? Вы не думали о том, что у нее из-за этого есть родители, которые ее воспитывают? Вы ее парень, а не родитель, чтобы воспитывать ее? Вы так не считаете, Георгий? Как-то вот немного странно, вы не находите, что вы ее парень воспитываете ее? Почему? А зачем вы взяли на себя эту обязанность по воспитанию человека? Для чего вы это делаете? Зачем? И отдаете ли вы себе отчет в том, что вы не можете ее воспитывать? Вы парень и девушка, а не родитель. Вы хотите заменить ей родителя, но это ненормальная позиция. И именно потому, что это ненормальная позиция, она сопротивляется. Сопротивляется и не хочет, чтобы вы
это делали. Сопротивляется и не хочет, чтобы вы ее воспитывали. И пока вы будете пытаться ее воспитывать, пока вы будете на нее давить, все так и будет. Она подросток, ей не нравится, что вы ограничиваете ее жизнь. Ей не нравятся эти ограничения, она хочет от них избавиться. И вам это нужно принять. Для чего воспитывать человека, которого вы априори, по идее, любите? Для чего воспитывать человека, которого вы, если любите, принимаете таким, какой он есть? На мой взгляд, это несколько странная позиция, и я надеюсь, что вы ее пересмотрите. Далее. Значит, сегодня написала в интернете мне, что у нее другой парень, когда я ее об этом спросил. Зачем вы спрашивали ее о чем-то, она просила вас этого не делать? Понимаете ли вы, что тем самым вы нарушаете ее личные границы и отталкиваете ее? Для чего вам знать, есть у нее парень или нет? Какое вам во всем этом значение, если вы ориентированы на нее, если вы воспитываете ее, то вы хотите, чтобы она была счастлива? На данный момент ей лучше без вас. Как вы к этому относитесь? Далее. Мне кажется, что она врет. Возможно, это ее дело. Написала, что не любит. Она действительно думает, что не любит, потому что ей очень тяжело. Она испытывает давление, что я слишком взрослый. Это так. Она чувствует, что не подходит вам. Она чувствует, что вы требуете от нее слишком многого. И из-за этого у нее развивается комплекс неуверенности в себе или неполноценности. А в воскресенье я хочу встретиться с ней, расставить точки над «и», как мне правильно поставить разговор. Разговор стоит поставить так: чего она хочет, что ей нужно, что для нее сейчас актуальнее всего, и что вы из этого можете дать, и без воспитания, без давления, без всего такого. Стоит ли угрожать ей, что побью ее парня, если он правда есть? Зачем? Господи, Георгий, ну правда, зачем? 21 век. Угрожать, что побьет ее парня? Нет, ну серьезно? Думаете, угрозами что-то можно будет добиться? Чего нельзя говорить? Ну по сути, вот всего того, что вы написали здесь. То есть... что вы ее воспитываете, чтобы она не делала ошибок, что она глупая, что она молодая, что вы побьете ее парня. Вот этого всего говорить не надо. Опустить ее надо и спросить, чего она хочет, что вы можете сделать в ее жизни для нее. Вот и все. Это то, что обычно делают любимые люди. А то, что вы делаете, это позиция родителей. Я лично собирался рассказать ей, что она многое теряет. Но это ей решать, что она теряет. Что это глупо, опять же, это ей решать, что не стоит так легко рушить, что построено. А что построено-то? И опять же, вам не считать, что это ей решать нужно. Это ее жизнь, и ей распоряжаться. А обещаю ей счастье. А что для нее счастье, Георгий? Любовь. А что для вас любовь? Вот, как мне видится, вы ее не любите, потому что вы пытаетесь ее поменять. Если вы ее не любите, как вы можете обещать ей то, чего вы ей не даете? Как ее заставить быть искренней и не врать? Ну вот, еще одно доказательство того, что вы ее не любите. Не надо заставлять человека. Нужно принимать его таким, какой она есть. И все. Если вы не принимаете ее, то значит это не ваш человек, и это не любовь. И тогда он ставит вопрос, зачем вы с ней? Честно сказать мне всю правду. Я думаю, она говорила, вы просто не прислушивались к ней.
Jer ona nije uvjerena po profetom, kak pred nas je uvjerena što ja jedinstvena na svijetu. A vidjeti pitne šta će što vi jedinstvena na svijetu, Georgij? Gle nije. A napad rapa brosak, ja ne to kao zna slijed. Поэтому ее идеалы, ее ценности, все это будет еще не раз переделываться, и лучше вам это принять как можно быстрее. Поэтому вы не единственный на свете. И лучшее, что вы можете сделать, это перестать на нее давить. Чем больше вы будете на нее давить, тем больше у нее будет защитная реакция, и тем больше она будет от вас отдаляться. И я думаю, что в этой ситуации взрослеть нужно не ей, а вам. Потому что вы пытаетесь человека построить на себя и подчинить его своей воле и заставить его поступать так, как вам этого хочется. Это поведение далеко не взрослого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!